В этом небе летают несколько видов хищных птиц. Но самой устрашающей является самая крупная из них – боевой орел. Размах его крыльев достигает 2,5 метров. Огромные когти и невероятное зрение делают орла худшим кошмаром сурикатов. Но глаза сурикатов тоже устроены по-особенному. Их обрамляет темная шерсть, снижающая отблеск и позволяющая им сканировать небо в поисках угрозы и даже смотреть прямо на солнце. Часовой издает сигнал тревоги. Детеныши спешат укрыться. Благодаря наблюдательности и сплоченности им удалось перехитрить орла.